Сегодняшний республиканский субботник, он очень органично вписался в районный месячник, ну, который был объявлен по наведению порядка и благоустройству. К слову сказать, за неполный месяц мы высадили уже более 10 тысяч кустарников и более 500 единиц деревьев медленно растущих благородных пород. И сегодня, вот как вы видите, мы эту работу продолжаем. Здесь работает администрация, но в целом по району работают более 200 трудовых коллективов. Совместный труд он объединяет. И в некотором роде сегодняшнее мероприятие – это еще и тимбилдинг. Мы понимаем, что мы вместе можем объединиться, и мы можем сделать, ну, что-то важное для людей, ну и для города. В лесах, в парках должны жить птицы. Потому что когда птицы живут, значит, парк, лес живой. А птицам надо синичники. Поэтому коллектив банка продумал этот вопрос, обсудил. И вместе с общественной организацией «Акула птушек» предложил повесить синичники в парке Победы. Когда ты любишь родину, ты стараешься, чтобы было красиво. Это забота о своей улице, о своем городе, о своей стране. Это нормальное желание добросовестного гражданина.